Субботний эфир телеканала «Россия» продолжает программа «Вести Иваново». В студии Екатерина Слесарева. Здравствуйте. Обладатель черного пояса по ушу, 15-летний спортсмен из Фурманова Николай Таланов, участник эстафеты Олимпийского огня в Иванове, проявил и показал свои способности в восточном единоборстве еще в дошкольном возрасте, когда родители привели ребенка в секцию. Сейчас Николай постоянный участник престижных соревнований международного уровня. В этом году стал чемпионом Европы в своей возрастной группе. В следующем году в планах у спортсмена завоевать золото на юношеском чемпионате мира. Мне так неожиданно позвонили. Я был так в шоке был сначала, не понял, что меня, от меня хотят. Я дал маме трубку, она там уже сама поговорила, и потом она мне все объяснила, и у меня еще больше был шок.